Ну что, привет, 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 ребят. Если вы замерзли в Питере, идите смело на тренировку. В зале будет жара. Сегодня тренировала ножки. Ягодичные еще. Не выздоровела до конца, еще болею. Не знаю, где Сережа. Ежику какому-то привет. Хорошо, хорошо. Так, настроение у меня прям огонь сегодня. Я очень долго не занималась, я болела. У меня была температура, мне было плохо. Вот, кашель, горло. Ну, кашель чуть-чуть совсем. Могу сказать, что я сегодня настолько круто позанималась. Очень классно. Я даже попыталась сегодня счастье подтягиваться. Я подтягивалась, потянулась, как обычно, все хорошо. За раз 10. Получается 30 раз. Плюс 35, круто вам. Ну, тренировка у меня по-разному, у меня в зависимости от настроения. Я, скорее всего, буду выступать осенью, да. Спасибо, спасибо. Напоминаю, что я выступала последний раз в номинации классический бодибилдинг, Women's Physique. Вот. Так что так. Как Серега, вы вместе? Нет, мы не вместе. Он где-то в зале, наверное, в СКА. Но у него все хорошо. Собираемся ехать в Москву. Кому интересно, пожалуйста, welcome ко мне на страницу. Там вся информация будет ВКонтакте. Спасибо большое. Так, что еще? Спасибо, спасибо. Что еще вам рассказать? А, да, завтра будет косплей. Вот, мой позорный косплей. Это будет первый раз у меня. Вот, кому интересно, тоже смотрите. Я думаю, что, может, будут какие-то трансляции, потому что мероприятие будет массовое. Вот, я там буду в стиле Лары Крофт. Вот. Голос изменился. Да нет, я просто заболела. Все просто. Вот. Красивый зальчик тут. Спортлайф, всем рекомендую. Это не реклама, я просто тут занимаюсь. Вот, кого, кто хочет позаниматься, тоже приходите. С удовольствием потренируюсь с вами. Ты смотрела обзор Немаги? Конечно, смотрела. Если кто-то хочет меня чем-то удивить, ребят, я могу сказать, что с того злачного момента прошло 10 лет. Уж поверьте, не вы первые, не вы последние мне об этом говорите. Так что вот, да, такая вот я забияка, наварская, такая вот я бунтарка. Отличные ребята, я считаю, что прекрасно снимают смешные ролики. Хотя я могу сказать, что я бы позабуриться что-нибудь сняла, да, на себя, на любимых, потому что материала много, как-то они мало что-то они у меня. Ну, спасибо, спасибо. Как тебе пояс? Да, мне очень нравится пояс. Он очень хорошо держит поясничку, спинку, ну вот животик подбирает. Мне очень нравится. Так, сейчас понятно, что не вместе. Конечно, да, мы вместе живем, у нас все хорошо. Так, нет, я не заряженная, так что fuck you, понятно, я не заряженная, я не употребляю стероиды. Так, ты очень красивая. Там Серега, тренер работает, выступающий спортсмен классик. Где-то, тут? А, здорово, здесь все очень много. Спортлайф вообще очень хорошая, сильная команда. Здесь очень много спортсменов, тренера очень сильные, хорошие. То есть я сама представляю на соревнованиях команду именно Спортлайф. Вот, считаю их одной из лучших. Спасибо, спасибо большое. Так, что еще? По поводу стероидов, причем могу сказать, что я их не употребляю, я чиста и скоро даже смогу пройти допинг-контроль на соревнованиях. Так что вот так вот. Я больше с этим не балуюсь и вам всем тоже не советую. Вот, оставайтесь красивыми девочками. Я про девочек. Так, а Кадзоев, я не знаю по поводу Александра Кадзоева. Но вообще, да, работал в Спортлайф. Ну, у нас очень много кого. Вообще был, да, Спортлайф. Насколько я помню, он занимался и тренировался на Старой Деревне. Меркурий. Вот такая вот я у вас красотка. Если очень круто покачала свои ножки. Сейчас я вам попытаюсь. Так, у Даши, Серега готовится. Я не знаю, готовится ли Сережа, я думаю, что все будет круто. Захочет и готовится. Форма у него отличная, выглядит он хорошо. Он всегда красавчик. Сейчас вам покажу.
вот бомбил себе ноги, смотрите. Вот, тут отличный свет. Несмотря на то, что я жирная, я клянусь вам, я не употребляю никакие стероиды. Но уже давно. Вот. То есть я ем торты, мне не даст раз Сережа, пирожные. Вот. Тут офигенный свет, видите, да? Задняя бедра. Любишь тачки? Привет из Акстанта. Фармакологию вообще не употребляешь? Только протеин. Да, фармакологию вообще не употребляю. С меня хватит. Вот. Еще раз напоминаю всех вновь присоединившихся. Я выступала в категории классический бодибилдинг. И там, извините, без фармакологии уже никак. Там уже выше своего генетического предела приходится скакать. Поэтому давайте ко мне камни не кидайте в меня. Не нравится — отписывайтесь. Все, я еще хотела вам сказать, что сегодня... Да-да, обязательно жду всех. Сегодня день семьи. Я всех поздравляю с этим прекрасным светлым днем. Надеюсь, что у нас у всех с вами есть семья. У кого-то маленькая, у кого-то большая. Цените, любите своих родных, близких. Звоните им почаще, улыбайтесь. Даже если они этого не видят, улыбайтесь им просто для них. Ну и, конечно, всех обнимаю. Все, видео скоро, просто, к сожалению, я болела, не было времени. Все, всем пока-пока.